Он, я могу сказать, что если люди считают, что он достойный, значит, он достойный. Сергей, ваши сиськи на камеру, пожалуйста. Конечно. Сергей Владимирович, а увидим мы вас во главе колонны в субботу? В субботу нет, потому что я улечу. Я, к сожалению, в колонне пройдусь, посмотрю, поговорю с людьми. Сергей, мне колонна не... подходит, сейчас пойдете, да, в колонну? Да, скажу, да. Сергей, я хочу пригласить вас на радио «Комсомольская правда» Хабаровск. Придете пообщаться с людьми? Ребят, не успею я, не успею. Оставил телеканал буквально вот и улетел сюда. Вон там без хозяина. Что делать? Не могу, я на день прилетел. Что делать будет? Какой план действий? Сейчас... План действий? Да. Смонтировать фильм. Я набрал кучу интервью, кучу материалов, вот с вами поговорил. Что, за что вам огромное, кстати, спасибо. Спасибо за то, что все действительно переживают и действительно хотят решения. А что вам Дегтярёв вообще сказал? Вы с ним по-любому разговаривали. Ну посмотрите фильм, ребят, но я же не могу вам сейчас... Вы его спрашивали. Я спрашивал, это тайна, пожалуйста. Но я вам сказал, что каверзные вопросы вы ему зададите. Мы так каверзные задаем, а он не отвечает. Я стесняюсь спросить, что он задавал. Ребят, что вы ему задали? С вами выйдет. Что он вам, что вы ему задали? Ребят, я не невеста, чтобы со мной выходить. Как и мы, правильно. А он так и сказал, что с вами выйдет. Ну, значит, ребят, ну это его слова. Значит, он, у него и спрашивают. Я у него уже продолжался. Извини. Это правда. Вообще, мне кажется, что он за последние пару дней стал гораздо покладистым. Но мы его воспитаем, не переживайте. Вот! Не переживайте. Мы его нагнем. Я не переживаю. Колонн, да. Во время этих протестов люди, которые будут против Дегтярёва, они так же, как и Бородинский Путин.